С Валентиной Матвиенко встретился и Ельбасе. В ходе встречи Нурсултан Назарбаев отметил важность дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя государствами. В свою очередь, Валентина Матвиенко подчеркнула роль первого президента в становлении и развитии казахстанско-российских отношений и поздравила Ельбасе и казахстанцев с предстоящими праздниками – Днем столицы и 30-летием независимости нашей страны. Россия не только добрый сосед, стратегический партнер по всем направлениям. Россия – сосед, с которым надо строить отношения, так и происходит. Сегодня вы побывали почти у всех наших руководителей. Ваш приезд – это не только межпарламентские, но и межгосударственные отношения. Приветствую вас. И рад видеть. Спасибо огромное, Нурсултан Абишевич. Искренне поздравляю 6 июля, День города, потому что вы имеете самое непосредственное отношение к созданию этого нового города, новой столицы молодого государства Казахстан. 30-летие в этом году независимости Казахстана. Эти 30 лет пролетели как один миг. Казахстан сегодня это одно из самых эффективных государств на постсоветском пространстве.